продукт ПРО-12. Комплекс микроорганизмов Bifidum lacticum различных штаммов. Количество штаммов 12. Это следует особо подчеркнуть, потому что такие богатые продукты встречаются крайне редко на рынке даже, на мировом рынке. Помимо того, что это 12 штаммов различных микроорганизмов, Bifidum и Lacticum – это нормальные микроорганизмы, с которыми в организме должны быть. Продукт содержит питание для этих микроорганизмов. Это полифруктозаны, которые называются пребиотиком. То есть мы с вами имеем по существу симбиотик. Пробиотики, пребиотики, микроорганизмы и питание для них. Очень важным обстоятельством является так называемый титр, то есть содержание микроорганизмов единицы объема. Вот в этом продукте содержание микробных тел 10/9 степени, это 10 миллиардов. Для сравнения скажу, что рекламируемые кефиры, о которых всегда говорят, содержат 10/7 всего лишь. Это разница в два порядка, это примерно как минимум в 100 раз меньше в кефирах. Причем микроорганизмы в ПРО-12 жизнеспособные. Опасность применения незащищенных продуктов состоит в том, что кислая среда желудочного сока убивает микроорганизмы, вредные и полезные. Точно так же действует и желчь, кстати. Это защита организма. Но в данном случае она работает против нас. Вот чтобы обойти эту трудность, продукт превращен в так называемое двойное капсулирование, то есть технологическая защита от неблагоприятного воздействия кислой среды желудка и желчной кислоты 12-перстной кишки. Поэтому этот продукт считают защищенным. Это тоже далеко не всегда бывает, даже в аптечных продуктах, которые распространены в аптечной сети. Мало того, что там штаммов 2-3, ну 4-5 редко, а тут 12. У каждого штамма свой аспект действия. Мы не будем описывать отдельно, какие аспекты действия. Самое главное, первое – нормализация микрофлоры организма человека. Микрофлоры, прежде всего, желудочно-кишечного тракта. Хотя микрофлора имеется и в других местах. Это и кожа, и женские полые органы, что тоже немаловажное значение имеет. Но мы говорим все-таки о микрофлоре желудка и кишечника, которая по существу является основой нормального существования организма. В подавляющем большинстве у населения на 95% дисбиозы. Но раньше назывался дисбактериоз, сейчас называется дисбиоз, то есть нарушенная микрофлора. И нормализация ее имеет просто жизненное значение. Поэтому этот продукт является тоже продуктом первой потребности. Он тоже должен стоять на каждом обеденном столе. И хотя бы одну капсулу в день, например, за 20 минут до первой еды, с теплой, не горячей водой, не горячей, потому что микроорганизмы живые, вот принимать. Я, например, могу даже посоветовать, особенно при различных расстройствах, не только желудочно-кишечного тракта, принимать по одной капсуле перед каждой едой. Абсолютно не помешает. Перед каждой едой минут за 20 до приема пищи, но как минимум одну капсулу в день. Какие проблемы решаются? Как это не парадоксально? Нормализация микрофлоры желудочно-кишечного тракта – это не только нормализация работы кишечника, но со всей атрибутикой, которая всем хорошо известна. Там профилактика запоров, которая, кстати говоря, представляет большую опасность. И противоположного явления, кстати. Но как это не парадоксально, нормализация работы сердца, профилактика инфарктов. Я с полным основанием об этом говорю, потому что я оппонировал одну диссертацию, которая у нас защищалась, когда при помощи вот такого рода продукта лечился инфаркт миокарда. Это совершенно серьезно. Более того, использование этого продукта в любом возрасте нормализует психику, нормализует реакцию, психологическую реакцию организма на стрессы и так далее. То есть аспект действия этого продукта фактически безграничен. Я без преувеличения об этом говорю. Есть масса работ на эту тему. Я могу сослаться на одну монографию моего коллеги Евгения Ивановича Ткаченко. Называется «Биоциноз и интеллект». Так что уже это говорит о том, какое значение имеет этот продукт, который я могу назвать с полным правом уникальным в силу того, что он очень богатый, 12 штаммов, это не так часто встречается, защищенный вот двойным инкапсулированием, и
высокого титра содержания микробных тел. 10-9 – это очень высокий титр. Принимать его должны абсолютно все. Ограничений по существу нет. Прием обычный. Я уже сказал, запивая водой, теплой водой. 20 минут до еды для того, чтобы успела оболочка открыться, и микроорганизмы должны распространяться, фактически выстилая стенки желудочно-кишечного тракта. Это называется колонизация кишечника. Это медленный процесс, и поэтому считать, что можно за неделю приема решить все подходы, не получится. Это длительно, то есть постоянное применение. Мы это обязательно подчеркиваем, чтобы не создавалось впечатление, что можно двумя приемами одной упаковки решить все проблемы. Это живые организмы, и они работают, естественно, медленно, пока макроорганизм и микроорганизм друг к другу не адаптируются. Вот обращаю внимание на этот продукт. Сочетается он абсолютно со всеми имеющимися в линейке. Никаких ограничений нет по сочетаемости. Если мы говорим, что, допустим, омега-3 с пробалансом не сочетаются при одновременном приеме, здесь этого ограничения тоже нет. То есть универсальная сочетаемость, ради бога.